В основном слыхате состоялась встреча депутатов 7 и 8 созывов. Экс и действующие народные избранники вместе обсудили решенные актуальные проблемы региона. Старшие коллеги по представлению интересов народа пожелали успехов новому созыву. Практика рабочих встреч бывшего и действующего созывов даст отличный результат, считают организаторы. На собрании депутаты последних созывов обсудили с членами постоянных комиссий вопросы развития сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты и другие важные направления. По словам депутатов 7-го созыва, многие проблемы, тормозящие прогресс в прошлом созыве, были решены положительно. Актуальные вопросы поднимались сразу же и на самых высоких уровнях. Теперь за новым составом депутатского корпуса завершение начатых проектов. Выступившие отметили, что всегда готовы к совместному решению поставленных главой государства задач и реализации всех инициатив во благо региона. Этот созыв, 8-й, был именно такой дружной, хорошей командой, вот, сплоченным коллективом, который будет решать все вопросы, которые связаны, конечно, с нашим народом, вот, и с нашей страной, с нашей областью в частности. Поэтому удачи вам. Это большая ответственность, мы ее чувствуем и будем стремиться к лучшим показателям и результатам. Радует, что между нами есть преемственность, сделано действительно немало. Есть система, и мы будем ее улучшать и работать неустанно, чтобы и наши плоды были заметны. В завершении ряду депутатов 7-го созыва были вручены благодарственные письма за активную работу, за совместный труд в деле социально-экономического развития области, за добросовестную работу в улучшении жизни избирателей.